Что случится, если вместе смешать все краски мира? Получится яркий и взрывной фейерверк. Именно такое феерическое мероприятие прошло в Богопуз с 20 по 22 марта. Так его и назвали – «Краски мира». Всю палитру народов мира можно было увидеть на выставке в холле второго этажа. Представители разных национальностей старались за короткое время продемонстрировать особенности своей культуры. Я думаю, это очень интересно представить, во-первых, свою культуру, вот мы представляем польскую, а второй момент – узнать о другой культуре. Например, здесь представил Иран, Грузия, с которыми мы не каждый день можем увидеться, национальные костюмы, которые мы не каждый день увидим. Это очень интересно именно для межнационального общения, для дружбы, для узнавания новых контактов, для сотрудничества. Я думаю, можно обменяться опытом какими-то. Вот мы делаем цветочки, кто-то делает украшения свадебные. Это очень интересно, поучиться друг у друга, знать новое. Во время Второй мировой войны, например, наши туркменские девушки сдали в казну именно из своих украшений около 3 тонн золота, именно этих украшений, и где-то около 20 тонн серебра. Вот такая была помощь наших женщин фронту. Мы делаем мартинички, которые дарят друг другу, одевают на себя. 1 марта в Болгарии, это очень большой праздник в Болгарии, и когда дарят, говорят: «Частита Баба Марта». Когда вы увидите первый листочек на дереве, нужно снять с себя мартиничку и повесить на дерево, загадав желание. Желание обязательно сбудется. Но это хинкали, это хачапури, наш виноград, это чурчхела, может быть, видели, в Сочи продают часто. Вот это наш лаваш, но у нас всегда на столе должна быть зелень. Вот. То есть отдельная тарелка подается, зелень и сыр. Вот. А кто это все готовит? Я. Этому нас научили наши коллеги-поляки, когда мы проходили у них курс повышения квалификации. Да, у них такое оформление стола, праздника, детского, возможно, праздника. Такие цветочки. Образование, культура и спорт в полиэтническом пространстве. Конференция под таким названием проводилась в рамках красочного форума. Подобная конференция очень важна для системы образования и спортивной жизни страны. Ведь обсудить проблемы сообща и поделиться положительным опытом с коллегами удается не так часто, а это всегда дает положительную динамику развитию. Основная идея сегодняшнего форума – это объединение молодежи и гостей республики в целях сохранения национального и культурного наследия проживающих народов Республики Башкортостан. Этот форум, да, организован впервые, и он организован в рамках предстоящего саммита ШОС, то есть Шанхайской организации сотрудничества. И надеемся, что это будет не первое мероприятие, может быть, оно станет очередным. В актовом зале БГПУ не часто проходят концерты иностранных гостей, но данный фестиваль собрал представителей с разных уголков планеты.
Как празднуют Навруз в Туркменистане? Какими блюдами угощают гостей? Какие обряды при этом совершаются? Об этом можно было узнать на культурно-просветительском семинаре, посвященном этому празднику в Ифомке. Шарапат, студентка этого факультета, познакомила своих одногруппников с особенностями своей культуры и угостила традиционными сладостями. А вся радуга торжеств закончилась спортивным праздником «Спорт – созидатель мира» и международной молодежной конференцией «Мир Востока и мир Запада. Проблемы и перспективы». По мнению гостей и организаторов, этот фестиваль должен стать ежегодным и оставить яркий след в истории университета.